удостоверение многодетной семьи. Сегодня такой документ вручали в Доме правительства. Какие возможности появятся у его обладателей, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Громко разговаривать, бегать и спать на руках у папы. В такой день даже правила протокола становятся мягче. Повод особенный. Удостоверение многодетным семьям в республике вручили впервые. У Веры и Василия Казанцевых, как в мультфильме, четыре сыночка и лапочка-дочка. В Чебоксары за документом родители приехали из Алатыря с младшими. Глава семейства говорит, что дети – это смысл жизни. Чтобы родить и воспитать детей, в наше время очень сложно. Вдвойне сложнее, когда семья многодетная. И многодетные семьи только могут понять нас, многодетных, ту радость, которую мы испытываем, когда в семье много шума, много детей. Надеюсь, мы будем чувствовать ту поддержку и в старости от наших детей. У семьи Крышитовых счастье полный дом. Мама Галина отмечает, что воспитание шестерых детей – труд непростой, но благодарный. В многодетной семье, я думаю, что мама является многопрофильной. Она должна уметь все. Немного быть воспитателем, немного быть поваром, уметь рукодельничать, что-то шить и что-то это. И помимо всего еще быть казначеем в доме. Папа, конечно, в многодетной семье обычно является добытчиком. А так хорошо, слава богу, мы справляемся. Нам помогают, конечно, наши родственники. Удостоверение многодетной семьи тоже должно стать существенной мерой поддержки. Такие же документы вручают жителям Татарстана и Москвы. Зная то, что многодетные семьи пользуются льготами при посещении спортивных учреждений, учреждений культуры, но необходимо было представлять документы, то есть паспорт. В некоторых муниципальных образованиях требовали даже свидетельство о рождении. И таким образом, после выдачи удостоверения многодетной семьи, значит, этим документом будет один документ. То есть семья предоставляет, показывает удостоверение и получает право посещать учреждения культуры и спортивные учреждения или бесплатно, или на льготных условиях, как принято в муниципальных образованиях. Я еще будем посещать культурно-массовые мероприятия. Будем больше времени уделять семье и друг другу. Многодетные родители признаются, что чувствуют заботу правительства. Глава республики отметил, что поддержка таких семей – приоритетная задача. Им предоставляют множество льгот. Вы являетесь примером для других семей, молодых семей, которые от своей любви, от своих чувств создают на самом деле на жизнь свою семью. С другой стороны, это огромная ответственность для родителей и для старших детей, которые вместе с мамами и папами начинают воспитывать в дружной многодетной семье своих братишек и сестренок. Не случайно укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации признано важнейшими приоритетами социальной политики нашей Российской Федерации. Сегодня глава региона вручил удостоверение 10 многодетным семьям, юным сладкоежкам сок и конфеты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.